дорогие мои, всем привет! Я только что сделала такой свой повседневный макияж, супер простой, как всегда, как я люблю. И вот сейчас хочу немножко уложить волосы, потому что они у меня где-то на 90-85% сухие. И вот это как раз тот момент, когда я их высушиваю с помощью такой щетки фена. Вот так она выглядит, она от бренда Revlon. Я ее покупала с сайта Amazon. И, честно сказать, это одна из самых лучших покупок, которые я покупала для волос. Потому что это особенно отлично подходит девчонкам, которые не умеют, знаете, высушивать феном и параллельно вытягивать эту расческу. В общем, у меня это никогда не получалось. У меня сразу же запутывались все волосы. Я их пересушивала, повреждала. И, в общем, когда попробовала эту щетку, я просто влюбилась. При том, что у меня была аналогичная, примерно похожая от Babyliss, хотя у меня она до сих пор есть, просто я ее уже перестала использовать после того, как я купила вот эту. В общем, просто супер приобретение. Если вы думали, брать ее или нет, то 100% берите. Конечно, мне очень хочется попробовать и фен Dyson, хотя не знаю, насколько мне он пригодится, потому что, как я уже сказала, я особо феном пользоваться не умею. Хотя, кстати, я купила себе один фен, но вот он у меня так и стоит. Вот, а, конечно, я бы хотела купить стайлер или выпрямитель волос, у них тоже сейчас недавно вышел. Но пока что, я не знаю, мне жалко, честно, тратить такие деньги на просто фен или просто выпрямитель для волос. $500 или сколько он там стоит, мне кажется, это много. Но я не знаю, может быть, когда-нибудь я созрею. Но в любом случае, пока что я рада вот этим приспособлениям, которые я использую уже где-то полгода, и вот я просто его обожаю. Ссылочку могу для вас тоже оставить. Сейчас я хочу немного уложить волосы, не то чтобы прям какую-то укладку делать, а просто чтобы они хотя бы немножко аккуратно лежали. Вот, в общем, давайте, наверное, включу ускоренный режим, потому что не хочу, чтобы вступление к этому видео было очень длинным. В принципе, вот буквально за 3-5 минут я уложила волосы, они выглядят очень аккуратно, такими супер гладкими. И да, наверное, именно за это я люблю эту щетку, потому что не нужно тратить много времени, и можно, в принципе, привести себя в порядок вот так, очень быстро. Мы с вами уже давно не виделись, и за это время произошло много разных изменений, но я вам про них расскажу в ближайших нескольких видео. Вот, а сегодня я хочу вам показать свои любимые фавориты, которые были у меня этим летом. Много-много всего интересного, поэтому даже не хочу слишком затягивать, просто хочется вам уже все показать. Пройдемся по дому, я вам все покажу, расскажу. Надеюсь, что вам такое видео тоже понравится. Конечно, в ближайшее время я хочу сходить на шопинг, хочу вам показать, что у нас представлено в магазинах. Но, честно сказать, когда магазины открылись, все разобрали, и у нас сейчас магазины просто пустые. Поэтому я жду, когда у нас будет новый завоз, и мы сразу же с вами пойдем на шопинг-приключения. Вот. Ну а сейчас давайте все посмотрим. Ну, естественно, перед тем, как мы с вами начнем все смотреть, я хочу выбрать сегодняшнюю кружечку и сварить себе кофе. В общем, такая у меня здесь красота. Моя любимая посуда от Рейдан. В общем, не знаю. Сегодня у меня настроение на вот эту малышку. И это мой самый-самый любимый уголок, где я готовлю утренний кофе. И использую вот такую потрясающую кофемашину от SMEG. Конечно же, я ее выбрала в розовом цвете. Он просто невероятно красивый. На камере вообще так не передается, как она выглядит в жизни, потому что в жизни у нее очень-очень красивый такой нежный цвет. А почему-то на камере он выглядит более холодным. Не знаю почему. Ну и также здесь стоят три моих зайца. Здесь у меня хранится сахар, здесь кофе, который я использую, а здесь у меня хранится рис, потому что у меня была большая упаковка риса, и я ее решила положить сюда.
Вот эта кофемашина, это была самым лучшим приобретением за последнее время, потому что я ее использую каждое утро, и она мне приносит такое удовольствие каждое утро, что просто вам не передать словами. Да, и вот это мой такой небольшой милый уголочек. Ну и первое, с чего я хочу начать, это то, что я сделала небольшую перестановку у себя в офисе. Вы у меня, кстати, постоянно спрашиваете, почему я эту комнату называю офисом, потому что я здесь работаю. Здесь происходят все мои рабочие процессы, и да, эту комнату я специально создавала для этого. Вот, ну, можно назвать кабинет как угодно, как вам нравится. Но в любом случае, я очень довольна, что я сделала эту небольшую перестановку, потому что раньше, когда я сидела за компьютером, мне было очень неудобно, так как солнце светило прям мне в лицо. Я практически ничего не видела на компьютере, потому что солнце прям слепило меня. Но сейчас так намного стало удобнее. В целом мне нравится, как выглядит мое рабочее место. Мне кажется, получилось очень мило и в целом гармонично смотрится с этими картинами. Эти картины я заказывала с сайта Desenio, так же как и вот эту картину. Но, в общем, так выглядит сейчас мое рабочее место. Давайте я подойду поближе, вам все покажу. Значит, слева у меня здесь стоит такой мой мейкап-органайзер, где у меня хранится моя самая такая красивая, любимая косметика. Например, вот такие потрясающие хайлайтеры от Dior. Это такая небольшая палеточка. Также я люблю вот эту палетку теней тоже от Dior. Я изначально думала, что я не так часто буду ее использовать, но на самом деле я, когда путешествую, я беру ее именно с собой. Потому что она довольно компактная и вообще просто потрясающие оттенки, можно сделать разный шикарный макияж, поэтому я очень люблю. Также вот такие потрясающие румяшки от Too Faced, посмотрите, какая красивая упаковка, я просто кайфую. Честно, я обожаю красивую косметику, вот все-таки мы каждое утро красимся, да, ну, практически каждый день, и честно, мне вот хочется доставать такие прекрасные продукты. И вся косметика, которую мы держим в руках, должна быть красивой, должна приносить нам удовольствие. Поэтому для меня упаковка всегда играет очень большую роль. А сами румяна выглядят вот так тоже. Просто потрясающий оттенок, очень красиво освежает лицо. Вот, в общем, такая красота. Кстати, это у нас оттеночек Candy Glow. Вот. Также, смотрите, я сделала такой небольшой DIY. У меня раньше был парфюм от Dior, который уже испортился, но, честно, мне так всегда нравилась упаковка, вот этот потрясающий бутылек, что я решила его немножко видоизменить. В общем, я убрала, получается, здесь распылитель, скажем так, и насыпала вовнутрь бутылька жемчуг. И вы посмотрите, как это красиво смотрится. Во-первых, прекрасно смотрится и на фотографиях, и в целом очень гармонично смотрится в интерьере. Поэтому, если у вас есть красивый бутылек, который вам не хочется выбрасывать, то вы можете сделать также вот такой DIY. Здесь у меня кремовые тени от Chanel. Также здесь стоит у меня коробочка от парфюма Chanel, которую я покупала несколько месяцев назад. Здесь у меня хранится хайлайтер от Too Faced, очень красивый. Хайлайтер рассыпчатый от BK в оттеночке Champagne Pop. Это у меня бронзер кремовый от Chanel, я тоже его очень-очень люблю. Две палеточки от Too Faced, просто посмотрите, какая красота. Я просто кайфую, честно. Я обожаю бренд Too Faced, потому что они мало того, что делают красивые продукты, но также и потрясающую упаковку. Только посмотрите, еще пахнет шоколадом, в общем, просто кайф. Также здесь у меня стоит еще одна палеточка от Too Faced, это их новогодняя коллекция. Я вам ее показывала как раз перед Новым годом. Я купила и себе такую, и Кате. Вот, очень красивые тоже оттеночки. И еще одна моя любимая палетка хранится у меня здесь в отдвижном ящичке, которую я хотела очень-очень давно, и вот в прошлом году себе ее приобрела. Просто была самым счастливым человеком. То, что вы знаете, что я обожаю тени от Наташи Денона, и я очень хотела эту палетку. И вот когда я ее купила, просто постоянно ее использовала. Вы только посмотрите на эти потрясающие оттеночки. Особенно мне нравится вот этот и вот этот. Они просто так красиво сияют. Ну и про матовые текстуры этих теней я вообще молчу, потому что они бесподобные. Но все равно, конечно, палетка очень дорогая. Я не знаю, насколько каждому она нужна, но я очень рада, что она есть также в моей коллекции косметики. Вот, называется она Gold Palette. Так, давайте положим ее обратно. И также здесь у меня хранятся мои любимые помадки. Здесь получается помадка от Yves Saint Laurent, Marc Jacobs и Bobbi Brown. Тоже потрясающие помадки.
Очень их люблю. Ну, вот так, в общем, выглядит мой небольшой такой бьюти-уголок, который я очень-очень люблю. И мне нравится, как все гармонично это смотрится. И также здесь у меня, получается, сзади карандаши для глаз от Marc Jacobs, туши и карандаши для губ от Pupa. Ну, передвигаемся с вами на рабочий стол. Здесь тоже у меня много-много всего интересного. Первое, что можете увидеть, это немножко не в тему стоит вот эта свеча с надписью Happy Spring. А, правда, сейчас у нас уже скоро осень начнется, поэтому я купила на замену вот такую. Вы только посмотрите, это просто, мне кажется, самая милая свеча на свете. Мне очень нравится вот эта крышечка. И аромат как раз такой, знаете, осенний, немножко тыквенный, с тинтом корицы, скажем так. Вот, просто она мне очень-очень понравилась, я была безумно довольна, что смогла ее найти, потому что такие вещи от Ray Dan очень сложно найти. Поэтому я поменяю вот эту потом на вот эту, но это я уже сделаю, наверное, в следующем видео. А в любом случае, здесь у меня стоит масло от Gizou, также в коробочке, в которой это масло продавалось. Также у меня здесь хранится мой любимый ежедневник, который я использую каждый день. Я его заказывала с AliExpress, я вам про это уже говорила. И, честно сказать, это одна из самых лучших покупок оттуда, потому что я его использую каждый день. И вот я еще дополнительно заказала вот такие листочки, to-do list получается. Также еще вот такие фиолетовые листочки, тоже очень классные. И в комплекте шли вот такие листочки обычные, но они в целом тоже очень приятные. Поэтому, если вы еще не покупали такой же дневник, то советую, потому что он действительно обалденный. Вот, его очень люблю. Кстати, у меня здесь небольшая покупочка от Glossier, я, наверное, вам чуть попозже покажу. И также здесь у меня хранятся мои разные маркеры, фломастеры, карандаши, ручки, в общем, все-все-все, то, что использую каждый день. Ну, естественно, мой компьютер, где происходит весь мэджик рабочий. А, получается, здесь справа стоит вот такая кружечка Honey Bunny, которую мне нужно будет тоже поменять, потому что это такая более весенняя коллекция Ray Dan, но уже немножко не актуальна, но все равно мне этот заяц очень нравится, не знаю, я его обожаю. Также с правой стороны у меня стоит вот такая большая тетрадь от Bandu, по-моему, где написано «I'm very busy». Не знаю, мне она очень нравится, симпатичная, и постоянно ее использую, потому что я люблю большие тетради, мне так намного комфортнее. И здесь справа, получается, у меня вот такой небольшой наборчик, который я когда-то покупала в TJ Maxx. Уже навряд ли, думаю, можно будет его купить, но в целом тут получается вот такая как небольшая записная книжечка. Вот эту, кстати, вот этот блокнот я покупала в долларовом магазине. И в комплекте, получается, с этим еще шла вот такая тетрадка, тоже очень красивая. Посмотрите на эти обалденные цветочки. В общем, в комплекте это смотрится все очень гармонично. Поэтому я решила оставить это на столе. И здесь у меня справа также стоят искусственные пионы. Я здесь подвязала вот такой ленточкой Dior. Мне кажется, очень симпатично. Вот. Ну и в целом мой рабочий стол выглядит вот так. Конечно, вот это в основном здесь не лежит. Вот. Вот так. И получается справа стоит такой же ящик, как и слева от IKEA. И тут у меня сверху стоят две коробочки от Dior. И сверху вот здесь я поставила тоже свою сумочку от Dior, которую я уже не носила очень-очень давно. Честно сказать, про нее даже забыла. В какой-то момент думала ее продать. Но хорошо, что этого не сделала, потому что сейчас она прям максимально вписывается в мой гардероб, в мой новый стиль. Поэтому я просто ее обожаю. Выглядит она вот так. Эта сумка называется Miss Dior. Dior больше ее не производит, поэтому я очень рада, что такая малышка уникальная есть в моей коллекции. И, как вы уже помните, я добавила вот эту жемчужную нить, которую я покупала с AliExpress. Она просто идеально трансформировала эту сумочку. В общем, такой милашный уголок здесь у меня справа. Ну и справа от ящика у меня здесь стоит вот такой небольшой столик, где я храню свою коллекцию парфюмов. Может быть, не так красиво и аккуратно, как хотелось бы, но показываю, как есть. В общем, здесь у меня несколько моих любимец. Ну, точнее, все мои любимые парфюмы, которые я часто использую. Например, на осень одни из моих самых любимых ароматов – это Lady Million по Карабани. Это вот этот парфюм от Giorgio Armani Si. И это вот этот парфюм от Chanel, Gabrielle Chanel называется. И также недавно я приобрела вот такой набор от Jo Malone, где
есть 5 миниатюр разных парфюмов. И честно сказать, раньше я вообще не понимала аромата Jo Malone, но тут, после того, как я приобрела этот набор, мои вкусовые какие-то качества поменялись, и я просто в восторге. Я теперь хочу практически все ароматы, которые есть в этом наборе. Во-первых, посмотрите на эту потрясающую упаковку. Я просто кайфую. В этом наборе идут вот такие разные ароматы. И честно сказать, я просто в восторге от вот этих 4. То есть это вот прям те ароматы, которые я, наверное, в дальнейшем приобрету себе в полноразмерном размере. Потому что они просто обалденные. Я очень-очень теперь себе их хочу. Но если самый-самый любимый, то это будет вот этот. Вот он. Просто шикарный-шикарный парфюм. Ну, а также здесь у меня хранится крем для рук от Chanel. Моя косметичка от Louis Vuitton, которую я беру всегда с собой. И также, кстати, недавно я приобрела вот такую милую косметичку от Ted Baker. Посмотрите, какая она милая. В общем, просто кайфую от нее. Вот. В принципе, все я вам здесь показала. Давайте я сейчас покажу вам несколько своих покупок. Ну что, давайте мы с вами сделаем небольшой перерыв. Хочу вам показать несколько покупок, которые я сделала за последнее время. Не буду включать сюда одежду, потому что одежды у меня очень много, и я даже не знаю, как вам ее показывать, потому что реально слишком много было покупок за это лето. Плюс я сейчас еще меняю свой стиль. Я думаю, вы знаете, что я отучилась на стилиста, и сейчас активно работаю в этой сфере. Поэтому, естественно, я многие вещи пересмотрела, и сейчас начала внедрять свет в свой гардероб, поэтому вещи просто обалденные, очень красивые, но я не знаю, как вам все это показать, потому что реально очень много и обуви, и сумок. У меня, наверное, только сумок 5 или 6 за последнее время, то есть, да, очень много всего. Поэтому, если вы хотите, я могу снимать как отдельные видео, вначале одежда, потом, например, сумки, потом обувь. В общем, скажите, как вам удобнее, потому что я не уверена, что я смогу снять это все в одном видео. Это будет слишком too much, поэтому да. Наверное, начнем с косметики. Я опять сделала заказ с сайта Glossier. И я думаю, вы знаете, что просто огромный фанат этого бренда, потому что у меня уже сейчас практически, мне кажется, все продукты есть, но может быть несколько вещей, которые я еще не пробовала, но в целом я практически попробовала все этого бренда, и честно, я в большом восторге. Во-первых, когда вы заказываете, все продукты приходят вот в таких косметичках, и я просто обожаю эти косметички. Вот у меня уже тут целая коллекция этих косметичек скопилась. В принципе, я их всегда использую в путешествиях, потому что они очень удобные. То есть вы можете заметить, что там есть такие пузырьки, которые, опять же, предохраняют все продукты. И вообще это очень-очень удобно, потому что они сами по себе безумно легкие. Вот. И в целом это очень аккуратно смотрится. То есть, как я уже сказала, такая косметичка идет в подарок с любым заказом. Сразу скажу, все, что я вам сейчас показываю, это покупала за свои деньги. Это видео вообще, в принципе, не спонсировано. Просто имейте это в виду. Как я уже сказала, купила 2 продукта от Glossier. Первое — это вот такой Face Mist. Я обожаю такие продукты покупать, особенно в летний период времени. Хотя в целом, на самом деле, круглый год я их использую, но летом особенно они мне необходимы, потому что летом очень жарко, и всегда хочется чего-то такого освежающего нанести на лицо. И эти мисты просто спасают. Выглядит он так. Опять же, посмотрите на эту потрясающую упаковку. Как я уже сказала, упаковка для меня всегда имеет большой такой решающий фактор. Если я увижу продукт не с красивой упаковкой, и с красивой, естественно, я выберу с красивой. Вот. В общем, выглядит он вот так. И этого спрея очень хороший дозатор. То есть он прям так правильно распределяет продукт и не падает какими-то капельками на лице. Объяснила. Просто я гений. Я гений. Так умею объяснять, что вообще просто. И также уже в третий раз я купила еще один консилер от Glossier, потому что у меня уже один закончился. Вот, вот он у меня есть, в оттеночке G9, у меня, как вы можете заметить, осталось совсем немножко, поэтому я сразу же заказала себе еще второй, как я уже сказала или не сказала, я его покупала в оттеночке G9, давайте я вам покажу его новенький, он такой красивый, просто кайфую, как я уже сказала, от упаковки, в общем, выглядит это все дело вот так, сверкает такой новенький, красивенький, в общем. Обожаю этот продукт, и особенно летом, когда не хочется наносить тональную основу. И вообще, в целом,
Последнее время я пришла к минимуму макияжа, то есть я наношу совсем там несколько продуктов, и вот этот консилер меня спасает, поэтому я его обожаю. И также этот же консилер я себе еще брала в таком светлом оттенке для того, чтобы высветлять некоторые эри на лице, и он у меня под номером G11. Вот, выглядит он уже вот так, тоже можете заметить, я его активно использовала. Вот, поэтому если вы ищете классный консилер, который, самое главное, не будет подчеркивать вам шелушение на лице, который будет очень естественно смотреться, то вот это просто самый-самый любимый. И как я вам уже сказала, вот у меня уже есть 3 этих продукта. Ну, давайте я вам сразу еще покажу несколько фаворитов от этого бренда, потому что, как я уже сказала, я закупилась и попробовала практически все. Еще один фаворит от этого бренда — это гель для бровей. Правда, у меня уже стерся оттеночек, но что-то там брауну было в коричневом на меня оттенке. И хочу еще попробовать такой прозрачный гель у них. Но вот это у меня уже 3-я, по-моему, упаковка, и он уже у меня тоже заканчивается, поэтому, я думаю, тоже на днях себе еще закажу. Это самый-самый лучший гель для бровей. Он придает такой небольшой тинт, и если вы особо не любите укладывать и рисовать себе брови каждый день, и вам чисто хочется аккуратно их как-то расчесать и добавить немножко цвета, то этот гель просто обалденный. Также я кайфую от жидких румян тоже от Glossier. Выглядят они вот так. Я их когда-то раньше покупала, но не поняла совсем, как использовать. Но вот в этот раз, когда я приобрела их еще раз, я наконец-то поняла просто всю красоту этого продукта. Они выглядят очень естественно и красиво на коже. Опять же, если у вас возрастная кожа или если у вас сухая кожа, то этот продукт просто идеально для вас подойдет, потому что выглядит очень естественно и не подчеркнет никакие недостатки. В общем, просто всем-всем-всем рекомендую. Мой любимый оттенок называется Dusk. Вот. В общем, не знаю, сфокусируется или нет, но в любом случае ссылочки я вам оставлю внизу. Также обожаю вот этот прозрачный блеск для губ. Это, знаете, создает вам иллюзию того, что у вас есть инъекция в губах. То есть они сразу же такие пухленькие, красивые. Сразу же хочется их поцеловать. В общем, просто тоже балдею от этого продукта. И стоили они, опять же, супер недорого. Поэтому, да. За это, наверное, я еще больше люблю Glossier, потому что цены довольно демократичные. Также очень полюбила в последнее время использовать вот такой жидкий хайлайтер, тоже опять же от Glossier. Он у меня в оттеночке Pale Pearl, то есть это, по-моему, самый светлый оттенок у них на сайте. Вот, тоже очень красиво, естественно, смотрится. Меня на него подсадила Аля, когда мы с ней гуляли по магазину. Она сказала, что... А, или она купила себе? Да, она себе купила, и потом я тоже решила попробовать, и тоже полюбила этот продукт. И что касается ухода, то я когда-то покупала 2 продукта. Первый — это вот такой крем, как база-крем. Он довольно такой плотный, и от чего я кайфовала больше всего, это то, что у него такой, знаете, травяной аромат. И такое ощущение, что ты просто находишься в спа каждый раз, когда ты его наносишь. То есть он просто обалденный. Я кайфую, вот можете заметить, у меня осталось совсем немножко. Но чтобы вы понимали, у меня тут целый чемодан с разными уходовыми средствами, и я все равно использую этот крем. То есть я его просто обожаю, особенно его классно использовать перед тем, как наносить тональную основу, потому что он прям подготавливает кожу к нанесению макияжа, хорошо ее увлажняет и опять же создает этот барьер. Вот, опять же, упаковочка у нас с вами. Так, что у нас? Упаковочка выглядит вот так. Очень мило, опять же, в таком минималистичном стиле с розовым цветом. Вот. И еще один продукт. Тоже я его полюбила, но, наверное, из всех продуктов, все, которые я вам показала от Glossier, этот, наверное, наименее любимый. Это вот такая сыворотка, как для того, чтобы придать сияние коже. Она довольно такая жирненькая, на летний период времени она совершенно не подойдет. То есть это чистая история на зимний период времени. Но опять же, если вы страдаете от сухой кожи, то такое средство, я думаю, вам будет по душе. В общем, выглядит вот так. Это такое средство, оно получается сыворотка, которую вы наносите, она выглядит вот так. И вы начинаете распределять по коже, и получается такое вот, можете заметить, сияние. То есть вот вы вот так распределяете, и кожа начинает сиять. Я не знаю, как вам показать. В общем, опять же, это уходовый продукт, но тем не менее,
кожа хорошо впитывает его, и потом остается просто такое очень свежее, естественное сияние. Мне кажется, сияние уже сказала миллион раз, но да ладно. Единственное, что хочу сказать, если что-то вы захотите попробовать из этих продуктов, то вы сможете перейти по моей ссылочке и получить 10% скидку на первый заказ. Вот. А следующее, это уже будет покупочки для дома. Первое, что я покупала, это был вот такой аромадиффузор от бренда Sabon в оттеночке с ароматом Green Rose. Я этот аромат просто обожаю. И не соврать, я уже этот аромадиффузор покупаю 5 лет подряд. Вот, чтобы вы понимали, как я его люблю, и другие я вообще никогда даже не пробовала, не покупала. Я потому что влюбилась в этот аромат, и все, мне больше ничего другого не нужно. Это, конечно, уже коробочка, потому что диффьюзер сам у меня стоит там на заднем фоне. Я уже, наверное, не буду приносить или принести. Ладно, давайте принесу. Секунду. Сейчас я его возьму. Так. Вот так выглядит сам диффьюзер. Боже мой. Это самый прекрасный аромат на планете, честно. И вот я им уже пользуюсь 5 лет. И вот каждый раз, когда я захожу в свой офис, я кайфую. Это самый-самый прекрасный аромат. И он, знаете, он такой свеженький. В нем есть цитрусовые нотки. Опять же, роза, потому что это как зеленая роза, аромат зеленой розы. Вот если вам нравятся такие ароматы, то вы просто обязаны его попробовать. И, как я уже сказала, также я приобрела с таким ароматом парфюм. Тоже, опять же, распыляю я его просто везде. Иногда даже на себя, потому что я настолько люблю этот аромат. И также от бренда Sabon я купила пену для ванны. Она вот в таком потрясающем бутыльке, он супер тяжелый, прям такой люкс-продукт. Вот тут, кстати, на крышечке тоже написано Sabon. И это пена с ароматом лаванды и ванилы. Если бы вы только попробовали и понюхали этот аромат, просто сошли с ума, потому что это очень-очень вкусно, очень приятно, очень расслабляюще. И вот тоже, опять же, это такое спа в бутыльке. То есть, когда хочется прям расслабиться, почувствовать себя королевой, то вот добавляешь немножко этого продукта в ванну, выключаешь свет, зажигаешь свечи, и все, и просто кайфуешь. В общем, я обожаю все от бренда Sabon. Кстати, я заметила, что у них раньше был бутик на Лексингтон и что-то около 60-й стрит, но они закрылись после коронавируса. В общем, я вообще очень сильно расстроилась, потому что это был один из самых красивых бутиков Sabon, и они его закрыли, к сожалению. Вот. Но в любом случае, я эти продукты заказывала онлайн, как раз когда магазины были все закрыты, поэтому если кому-то понравилось, то можете тоже заказать. Все, я включила кондиционер в этой комнате, потому что просто невозможно, мне очень-очень жарко. Ну и в целом, в принципе, у нас уже с вами видео подходит к концу. Единственное, что я хочу вас попросить, это оставить вопросы, которые вы хотели бы, чтобы мы ответили с Катей, потому что мы на этой неделе планируем снять видео «Вопрос-ответ», потому что она заказала какие-то веганские десерты. А, кстати, я сейчас сладкая, отказалась от сладкого на 3 месяца. У меня уже практически будет скоро 1 месяц. Плюс я еще держу интервальное голодание. Вот. Но от десертика такого полезного я не откажусь. Соответственно, мы будем снимать видео, болтать с вами. И будет очень классно, если вы напишите какие-то вопросы, которые вас интересуют. В принципе, на этом все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Я вам показала свои какие-то фавориты, которые у меня были этим летом. Конечно же, это далеко не все, потому что я вам фэшн-фаворит вообще еще не показывала. И, кстати, если вам интересно такое видео, то тоже дайте мне знать. А что еще? Я, по-моему, очень соскучилась, и у меня сейчас много идей, которые я хочу реализовать в ближайшее время, поэтому ожидайте много новых видео на моем канале. В любом случае, я вас всех люблю, целую. Пока! И не забывайте подписаться, если вы этого еще не сделали.